трамвая. Как трамвая. Непривычно. Темнота, темнота. Тут это... А там на дверь ходить не будет. Сейчас он не взял, по-моему. Какое-то построение было. Прям дома, смотри, так. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в вагонах. Что ли? Ладно, а, вот он. Нет, хотя еще был, мне кажется. Остановится. И покачусь. Что не потерять? А, мы на безымянку как-то были, да? Приезжали? Я помню, я была в Озере. По Москве перейдем, и там церковь, и рядом на этот музей. Все рядом. Так, люди сразу посмотрим. Так, всем доброго времени суток. С вами канал Артмания. И мы находимся в Юнгородке. На метро приехали, там, надеюсь, не удалилось, видно было. Вот так он выглядит. Так, тут две общежития. На нас кирпич не свалится. А здесь красные дома всегда, в Безымянке мы были. Там тоже красные дома, по-моему, да? Такое все мрачное. Хотя, не знаю, может, вместе с зеленью. По-другому будет смотреться. Вон, я уже вижу рынок, по-моему, нам подсказали. Между ними пройти. По карте не больно понятно, есть дорога там или нет. Да, кстати, наггетсы мы ели. Жень, как тебе наггетсы? Понравились? Очень. Ну, здесь я был, кстати. Их, оказывается, надо жарить, они сырые. А завтра, наверное, сегодня я не стал показывать. Завтра во влоге я покажу, как мы кушаем, какие они получаются. Так, вот она у нас окраина. Пока нечего снимать. Пойдем, там церковь снимем. Окраина снимем. Как выглядит окраина города. О, там прям дымище такая, смотри. Офигеть. Как выглядит окраина города Самары. Вот так она выглядит. Сюда Путин не заедет. Понятное дело, что ему тут делать. И поэтому здесь... О, какие окна у людей. Здесь, понятное дело, делать нечего. Ремонтировать зачем? Да и блогер сюда ни один не зайдет, наверное. Здесь пойдем, то мы через железную дорогу перейдем. Ну пойдем через железную дорогу. А мы должны были по той идти, да? Да по мосту, да не знаю, есть ли там проход, хрен знает. Ну человек идет. Ну, пойдем вон так. Вот так дом красивый. Я хотела сверху вообще-то поснимать. Да, вот это вот красивый, такой замазанный вообще. Это самый красивый дом в Юнгородке, видимо. Походить на детство.
Ну, найти, да, я думаю, можно. Ладно, пойдем так, а ты там в гору пойдем. Вот сейчас молодость помню, как я помню, на Мирный приеду. А, мы что, по Мирной еще пойдем сейчас? Сейчас станция Мирная видим, да. Наша станция, мы как-то уезжали с нее. Да, я помню, в Отрадно с нее уезжали. Первый раз поехали, еще опоздали на трамвай. Электричка скоро уходит уже вот-вот. И мы там под этим мостом буквально бегом бежали. Я так устала, блин. Мне так ноги болели. Так запыхалась. Ужас. Это первое знакомство с твоими родителями. Это вообще приехала убитая, уставшая. Он первая. Потому что я не знала дорогу, куда вообще идти. Ты мне говорил, беги по рельсам, беги, мы опаздываем. Электричка через 5 минут уходит, а ну, мы не там... Ну, что прям беги, я нормально. А, ну, там до нее бежать еще там целый километр с лишним был. Не знаю, это вообще нормально. Нечто было. Чего у тебя? А, сейчас я тебя сделаю. Какой мост, покрасить все это? И все. Должны были мы идти по мосту, но что-то не там пошли. Видимо, так надо было. Слушай, а там смотри. Что да такое? Тут мост какой-то был. Такая. Станция Мирная. Так, посерединке, да, мы идем? Или мы туда? Давай туда, наверное. А то сейчас приедет какой-нибудь товарняк длиннющий. Как встанет. Да тут, блин, постоянно. Да они еще встают перед самым ходом, где люди бегут на электричку. У вас-то в Отрадном, помнишь, недавно? Тут пойдем? В этом никто не продумал. Давай здесь, ладно. В Отрадном-то у вас там мужчина погиб. Там поехала электричка вдруг неожиданно. Да? Да, Жень? Переходили. Бабушка с дедушкой переходили. Электричку. Она поехала неожиданно. Дедушка не успел отскочить, и его придавило насмерть. Торопились они. Такие вот несчастные случаи. Провалились девчонки. Тут вечно около электричек. Ни дороги нет, ничего нет. Там собаки. Это повыше там было, да. Рыженькие такие. Ой. Неудобно. Там лужи, грязь. Ничего не продумано для людей. Как люди должны прийти на электричку? Я помню, как ты не идешь, идешь с чистыми сапогами. Блин, доходишь до электрички, вся грязная. С электрички опять идешь с чистыми ботинками, сапогами. Домой приходишь, вся грязная. Вот идешь аккуратно. Ну нет же, смотрите, лужи какие гигантские. Вон какие, смотрите, аж машина проваливается по колено. Где наше государство? Ой, блин. Поэтому я хотела вообще по мосту идти. Поэтому вот именно. Ладно. Пойдем за мной, что ли? Самарские дороги. Смотрите. Что это за дорога? Пошла. Лужа. Сейчас еще, ладно, снег, можно вот тут по снегу пройти, по краешку. А так, когда грязь, вот вообще. О,
Смотри, как мы вовремя ушли. Ой. Тут не просто резиновые сапоги одевать надо. Тут, я не знаю, полностью надо в резиновые одеваться. Что тут по асфальту? Еще не такая грязь, кстати. Окраина Самара. Снег сойдет, тут грязь будет, мусор всякий. Ой. Вот эта церковь. Муж видел с электрички другую, а тут другая совсем. Такая маленькая. Туда дальше заводы. Пойдем тут пройдем. Выйдем. Там давай попробуем. Ва! Такого нету. Вернее, в центре. А, да, кстати, это поселок Восточный. Травка тут. Че-че? Когда был создан? Да, я думаю, тут давно. Тут смотрю, какие дома. Видишь? Нет, смотри, как они построены. Мы такие с тобой видели в Новокуйбышевске, помнишь? На окраине. Точно такие же. Вон, видишь, они какие? У нас это, вот, видишь, построено. У нас таких нету в центре. У нас они как-то более интеллигентно построены. Такие более красивые. А тут как будто из каких-то кусков. Ощущение, что сначала центр построили, а потом из остатков построили окраину. Вон они все почти. Они почти, наверное, школа или что тут. Хотя в Новокуйбышевске на окраине еще похуже построены. Там вообще какие-то побитые эти, не знаю, как их там назвать, плиты. Надо фотографии поискать. Ой. Вот не люблю вот начало весны, потому что грязь везде. Приходишь домой, начинаешь эти куски отламывать. А? Вон там красивый, смотри. Здание. Окна какие. Красивые. А тут. Что тут смотреть? Ну хотя бы аккуратно, смотри, они прям поставлены. Но они, по-моему, не ценятся, кстати, такие дома. Здесь, наверное, квартиры тоже очень дешево стоят. Очень-очень-очень дешево. Здесь тихо, кстати. Интересно. Пятерочку он там, я вижу. Так, давай я сейчас. Че? Снимает? Закрылки. Да пойдем, ладно, нафиг тебе это надо. Ну все, видимо. Так четко. Короче, нашли мы подпольный хлебный завод. Хлебзавод подпольный. Ничего не описано, ничего. Случайно шли. Вот с этой камеры вечно где-нибудь случайно наткнешься куда-нибудь. Запахло прям хлебом. То есть из дома выносили хлеб и складывали машины. И сразу появился запах. Закрыто, что ли? Открыт какая-то дверь. Не засняла я вам, к сожалению. Что с этой, помнишь, лестница упала? Да. Нас там окликнули. Чего вы там?
снимаете нашу лестницу. Поднимитесь к нам. Поговорим. Ну да, мы только в YouTube и все. Ну что, там что ли снег не убирал, он поехал, блядь, сломал. Ну да, боятся. Тут тоже. Бах. Так, адрес у нас. Днепритровский переулок. Ба, смотри, какие. А, нас читали. Ну что, как мы? Пойдем мы. Отойди чуть-чуть, стой. Да я хочу заснять. Нет, все, он уже уезжает. Угловой дом, слушай. Какой он угловой. Ай, какие там лужи. А где я с угла сфоткаю? Только это дерево мне мешает. Да, я хотела обойти это здание. Посмотреть, что внутри двора. А, это церковь, который дом? Он разве угловой был? Ну ладно. Ну пойдем прямо на ту дорогу, выйдем. Куда? Да вон на ту дорогу выйдем. И там перейдем. Ну давай. Ай! Не ступила не туда. Ой, микроволновка, смотри там. Люди как живут. Я окна снимаю. Как люди живут тут. Люди живут. Они чувствуют, интересно, что у них хлеб пекут. В подвале или где там. Знают они об этом? Потом пишут, что это якобы был там хлебзавод какой-нибудь там БКК 25-й. Что якобы все супер. А на самом деле неизвестно с чего хлеб. Даже машине. На машине, кстати, не было написано, какая. А потом мы удивляемся, а почему у нас в хлебе мышь лежит? Или лапки какие-нибудь, веревки. Вроде как на самой окраине. Никто не должен был там проходить. Никто никогда не проходит там. А тут же нет, я шла с камерой. Надо, кстати, посмотреть будет. Петрусовский проезд номер 1. Может, на хлебе где-то указано? Давай зайдем на секунду. Я посмотрю. Может, там с той стороны магазин какой-то у них хлебный. Или продукты, что-то такое. Хотя я сомневаюсь, что у них с той стороны что-то есть. Слушай, вот это он длинный. Ну нет, конечно, там ничего не будет. Ну что, пойдем. Так, тут сквер. Она новая, что ли? Ты ее не фоткал? Нет. Так, это у нас проспект Металлургов. Сейчас мы выйдем к озеру. Смотри,
тут, кстати, находится где-то кафе «Мир Пицца». Мы заказывали с тобой, по-моему, во время беременности, на мой день рождения, что ли, дома праздновали. Помнишь? Домой пиццу заказывали. Не помнишь? Вкусная такая была. Вот она где-то здесь находится. Снег. Так, ну вот у нас озеро Металлургов. А, у них есть вода. А, сколько их развелось. Слушай. Плавают там. Внизу крякают. А, вон у них водичка. Там сетка какая-то. Слушай, их так много. А, вон их там кормят. Голуби? Голуби не утки. А, ну голуби, конечно, тоже покушать не прочь. А там смотри, какие красивые уточки. Ну да. Или ты хочешь с той стороны? Да все равно как хочешь. Ну давай, наверное, давай с этой стороны обойдем. Нам все равно туда надо, Каменец озера. Паровоз. Какие они большие, смотри, Жень. Надо было хлеб купить. Куда пошел? Thank you.
Ничего. Тут лапок сколько, Жень? Следов, смотри. Смотри, сколько следов. А эти сидят тут почему-то. Эти здесь сидят. Я уже думала, тут все уже прям вода, вроде потепление, да? Ну, рано еще. Ну, скоро. Выйдет на Москву. Да ну, Волга, я думаю, по-любому, она хоть движется. А здесь-то? Движений нету. А у меня нормально. Да. То есть ты получается в больнице? Нет. Все белым-бело. Зима. Снег. А на календаре весна. Интересно, это они прилетели с юга? Или они жили всю зиму здесь? Только всю зиму жили. А скоро это, детишки у них пойдут. Мы же с тобой, помнишь, как приходили? Их не так много было ведь. Их было мало. Это уже вывелось, наверное, столько. О, смотри, дети там бегают. Детям говоришь, не ходи по льду, провалишься. Вот каникулы перед экзаменом. А? Лед тут, наверное, не. Ну да.
Охранника нету, что ли? Они там. Мы с тобой здесь на каком-то катере катались. Да-да-да, он что, завестись, что ли, не мог? Или на середину... Завестись не мог, да. Или на середину он выехал, а потом не мог завестись. Потом что-то под дождь попали, помню, в каком-то кафе сбежали. А, шашлык поели. Я помню, в каком-то кафе... Не, я помню, в каком-то кафе мы... Какую-то вкусняшку такую в лаваше, что ли, очень вкусную ели. Она что-то мне так понравилась. Потом мы ее купили второй раз. Она уже не такая была вкусная, видать, повар другой был. Как раз тоже был ажиотаж. Тут дома вон более красивые. Такие плиточками обделаны. Балкончики. В основном балконы на одни. На меня. Дайте поесть, а они что-то там такое не то. Что, у нас нет ничего хлебушка? Нет? Нет. Да их он там кормит, он туда надо лететь, что он тут. Это хитрые. Парочка. А может они уединились? Они уединились, скажут, что вы смотрите на нас? Мы тут. Солнышко ходит теплое. Ой, верните, не потеряла. Да даже вот это. Лошадь смочала. Красиво смотреть через экран. Да. Она не брошенная ли?